Одессу уже по привычке многие едут летом отдыхать. Приезжают в наш город для того, чтобы отдохнуть, и, конечно, едут отдыхать к морю. Но в связи с тем, что пляжи закрыты, это делает ситуацию пребывания людей на пляжах небезопасной. Люди идут к морю, нарушая запрет, и подвергают свою жизнь опасности. Поэтому нами сегодня разрабатывается проект создания безопасных участков на пляжах, где мы защитим сетками наши пляжи от мин, случайных мин, которые могут быть сорваны в море и привиться к берегу. Планируем поставить дополнительные наблюдательные вышки и обезопасить людей, потому что сдержать растущий поток людей, которые хотят оздоровиться в Одессе или приехать в Одессу и побывать на море, очень сложно. И силой ни национальной полиции, ни патрульной полиции, ни муниципальной варты не справиться с таким количеством людей, которые сегодня, иногда игнорируют те меры предосторожности, которые мы им предлагаем.